ростовском парке строителей прошел митинг в поддержку рубля. Неустойчивую валюту попытались укрепить 10 человек и потребовали найти заказчика и исполнителя ее убийства. Митинговали неравнодушные час. Здравствуйте, в студии Лидия Романченко. Повестка дня на Дону. По следам бездействия жалобы ростовчан в интерактивную приемную губернатора принял градоначальник. Течет. А каждый год ответ дают, что они сделали над моей квартирой и пишут в отчет миллион. Сытая зима. Животных заказников в Красносулинском районе старательно подкармливают. Если вперед кабан придет, естественно, переворачивают наши кормушки. Ну, кабан в основном земли предпочитает кормиться. Плюс 2 до перерыва и плюс 21 после. Гандболистки Ростов-Дона победили свой недонастрой на аутсайдера. Во втором тайме мы показали все, на что мы способны. Основная зимняя забота работников природного заказника «Горнинский» в Красносулинском районе – подкормка животных. Причем поддержать надо не только оленей в вольере, но и дикарей в лесу. Столовую можно найти по рассыпанному к ней корму. Сейчас 3 часа дня. Самое время для кормежки оленей и ланей. Несмотря на то, что содержатся они в вольере, они очень пугливы, поэтому разговаривать приходится шепотом. Кормят их в специально оборудованных кормушках, вот в таких бревнах. И главное в корме – это сено, концентрированный корм. В его состав входят горох, кукуруза, ячмень и тритикали – гибрид пшеницы с рожью. Холод и влажность, сильный ветер и резкие перепады температуры испытывают на прочность пугливых и беззащитных на вид оленей и лани. В вольере 76 особей. Живут дружно. Между самцами разных видов нет мужской конкуренции. Да и корма хватает всем. За зиму уходит 25 тонн сена и 46 тонн зерновых смесей. Вот это следы косы. Да, вот это все косы. Кабана хочу показать. Зооинженер, пчеловод и просто любитель диких животных Виктор Пантелейчук охраняет обитателей заказника «Горнинский» уже 3 года. Знает, как посчитать животных в лесу и какое сено добавить в кормушки. А чтобы дикие звери нашли подкормку, к ней прокладывают направляющие дорожки, разбрасывая корм. Зайчик кормится, подходит, и косуля кормится. Ну, иногда, конечно, если вперед кабан придет, естественно, переворачивают наши кормушки. Ну, кабан в основном земли предпочитает кормиться. Вольных животных подкармливают только зимой, а живущих в вольере круглый год. В Ростовской области 3 крупных природных заказника – Горнинский, Левобережный и Донской. Забота каждого – приумножение животного мира. Более 100 гектаров кормовых полей создано в особо охраняемых природных территориях. Мы создали и разместили в естественной среде более 300 искусственных гнезд для зимовки птиц. В прошлом году из Красносулинского вольера в лес выпустили 4 оленя. В этом уже 14. Скоро в заказнике должны родиться 3 десятка оленят. Ася Скрынникова, Андрей Токарев, на Дону. Ростовская компания по выдаче микрозаймов отказалась от услуг коллекторов после ЧП в Ульяновске. Директор агентства поддержки предпринимательства заявила, что отношения с коллекторскими фирмами они возобновят только когда те предоставят документы с гарантией законной деятельности. И к бойкоту должны присоединиться другие ростовские микрофинансовые компании. Никакой размер задолженности не позволяет таким образом действовать. Если немедленно участники рынка, общество и государство не начнут солидарные действия, то ситуация на рынке микрофинансирования будет усложняться. Участники беседы предложили ввести закон, который бы регулировал коллекторскую деятельность. Напомню, в конце января коллектор поджег жилой дом в Ульяновске. Так он хотел наказать должника. В огне пострадал 2-летний мальчик, получил серьезные ожоги. Чем занимались первые лица на Дону? Замгубернатора Юрий Молоченко обсудил с бизнесменами и экспертами производства вина. В кластер «Долина Дона» вошли еще 3 предприятия. Гостиничный комплекс, производитель оборудования для виноградарства и изготовитель этикеток. Отношения с другими участниками и департаментом потребительского рынка скрепили соглашением о сотрудничестве. Коллеги, ну давайте поблагодарим всех, кто подписал, и поздравим. Одним из новых участников стала ростовская типография. Изготовитель этикеток предлагает разработать единый стиль для всех производителей красного и белого.
чтобы было такое, может быть, некое направление, которое ассоциировалось именно с благополучием нашего региона, с той историей, которая есть у нашего региона, история казачества. Вот это вот все объединить, культивировать и технически грамотно исполнить – вот основная цель, наверное, нашего вступления в этот винный кластер. Сейчас в этом объединении 15 участников – виноделы, производители оборудования, тары и этикеток, а также те, кто готов прокладывать для туристов винные маршруты. Для вступления в кластер бизнесмены подают заявки, после чего на общем совете принимается решение о пополнении. Мы четко должны понимать, для чего организация должна стать участником кластера. Не просто, чтобы вступить в кластер и дополнить ее количественный состав, да, но в первую очередь понимать, каков-то будет качественный состав и какие основные функции будет выполнять тот или иной участник кластера. Участники встречи утвердили стратегию развития долины Дона на этот год. В приоритете производство оборудования для отрасли и увеличение площадей виноградников. Сейчас это почти 5000 гектаров. После борьбы с виноделием виноградники были вырублены, площади потеряны. И на сегодняшний момент у вина существует недостаточно хороший имидж, как у алкогольного продукта. То есть существует мнение, что вино вредно именно настолько, сколько там содержится процентов алкоголя. Кадры будут готовить на специально созданной кафедре ДГТУ, развивать сети фирменных магазинов и винный туризм. Уже разработано два маршрута на 1 и 2 дня с посещением винодельни и ночевкой в гостинице. Этим планируется привлечь в Ростовскую область сотни тысяч туристов. Губернатор Ростовской области Васильевич Голубев, вступая в должность 29 сентября 2015 года, в своей программной речи сказал о том, что драйвером развития региона должно быть кластерное развитие. Винодельческий кластер даст новые рабочие места и доходы в бюджет, повысит конкурентоспособность продукции участников и продвинет бренд «Сделано на Дону». Екатерина Лободина, Юрий Санкин, на Дону. Ректор ДГТУ и первый заместитель губернатора рассказали журналистам, что кадровые перестановки после слияния ДГТУ и РГСУ коснутся только управленческого персонала. Возможно, появятся новые проректоры. Что же касается профессорско-преподавательского состава, то он меняться не будет. Средняя заработная плата по опорному университету, она снижаться не будет, она будет только расти. Новый опорный вуз теперь должен подтвердить высокое звание. Одно из необходимых условий – увеличение годового финансового дохода. Нужно дотянуть его до 2 миллиардов рублей. Сейчас не хватает 100 миллионов. Заместитель министра ЖКХ Ростовской области Валерий Былков пояснил, компенсацию за оплату капремонта будут получать только инвалиды. Пенсионеров в списке льготников пока нет. С этого года инвалидам 1-2 групп начнут возмещать половину ежемесячного взноса. А вот пенсионеры такой помощи не получат, хотя в конце 2015-го Дума приняла закон, где предусмотрены льготы для одиноких неработающих граждан старше 70 лет. Решение еще не принято. И вот этим федеральным законом, который я назвал, устанавливается право субъекта Российской Федерации установить такую компенсацию. Субъект Российской Федерации вправе принять такое решение. Ростовская область, скорее всего, введет компенсации пенсионерам по капремонту в следующем году. По этому же закону люди старше 80 лет могут полностью освободиться от таких взносов. Ростовский градоначальник Сергей Горбань оценил на местах проблемы нескольких ростовских многоквартирных домов. Их жильцы не получили ответов от управляющих компаний и пожаловались в интерактивную приемную губернатора. Теперь нужно разобраться с качеством капремонта и осушить детскую площадку. Ничего не делалось, подвалы, завал, крыша, я на 9-м этаже. Течет. А каждый год ответ дают, что они сделали над моей квартирой и пишут в отчет миллион. Миллионов этих дом не видит, уверяет Татьяна Корнишина. Она живет в доме со дня его постройки уже 40 лет. И уверяет, капремонта он не видел ни разу. Жалуются жильцы и на то, что двор стал проезжей частью. Водители объезжают здесь пробки на Нансена. А детям, кроме как на дороге, играть негде. Детская площадка стала озером. Когда идет дождь или там тает снег, у нас постоянно с этих всех домов, с Ленина идет уклон сюда, вся вода стекает и идет прямиком на детскую площадку. Вот. Пытались они там что-то сделать, ничего не сделали. Ливневку у новых домов по соседству, о которой, кстати, когда-то забыли, теперь градоначальник обещает сделать, когда потеплеет. А во дворе поставить шлагбаум. Дом по 35-й линии включили в программу капремонта. И в прошлом году даже начали работы. Планировали закончить в сентябре. Однако на половине работа стала.
сало. А что сделали, по словам жильцов, не годится. Ни фасад, ни крыша, ни электрика. В течение недели все поправим, леса разберем. Подрядчик, который работал там, есть недостатки. Объяснение, что денег не хватило, это такие слабые объяснения. Мы найдем возможность пробюджетировать это, закончить все недостатки, а с ним потом будем судиться. Жильцы домов по Социалистической просят помочь благоустроить двор, заасфальтировать дорожки, поставить ворота, сделать слив для воды, чтобы дома не затапливало, и освещение. Вот мы 15 лет или 20 ходим без света, 40 метров длина по темноте. Градоначальник отвечает, по возможности освещение сделаем, а вот наводить порядок в каждом дворе, пусть даже на муниципальной земле, у города ни времени, ни сил нет. Ксения Николаева, Станислав Фоменко, на Дону. Ростов-на-Дону. Ростовский школьник получил подарок от президента России – аквариум с рыбками. 8-летний Даниил Меркулов тяжело болен, недавно перенес операцию. Мальчик – призер всероссийских олимпиад по русскому языку и математике, хотя учится дистанционно. Ему нельзя общаться с другими детьми, и рыбки – единственные домашние питомцы, которых можно завести. Даниил написал президенту письмо, рассказал о своей давней мечте и получил реальный ответ. Вспомним, как 7 лет назад страна обсуждала историю с подарком президента еще одной школьнице из Ростовской области. Настя Ивлеева попросила у Дмитрия Медведева морскую свинку. Та просьба вызвала негодование местных чиновников. Настю вызвали к директору школы и отчитали. Родители снова написали в Кремль, пожаловались. После чего девочку опять вызвали к директору, но на этот раз, чтобы вручить клетку сразу с двумя свинками. Ростов-на-Дону. В центре города обрушилась стена жилого дома. Старый кирпичный дом в центре города по адресу Богатяновский, спуск 7, совсем недавно, в декабре, признали аварийным. В полицию поступило сообщение о том, что частично обвалилась кирпичная кладка стены жилого дома, расположенного в Кировском районе города Ростова-на-Дону. По данному факту проводится проверка. Пострадавших нет. Здесь прописано 7 человек, а живут, по некоторым данным, двое. Нашей съемочной группе удалось застать жильцов, но от комментариев они категорически отказались. Соседи тоже не стали комментировать ЧП на камеру, хотя и поделились наблюдениями, что стену поддерживала некая газовая подпорка, а рухнуло все, когда подпорку убрали. На месте происшествия работают сотрудники газовой службы, о подробностях случившегося им ничего не известно. Полицейские отговорили мужчину прыгать с крыши. 25-летний ростовчанин собирался покончить с собой, забравшись на 9-этажку. Очевидцы позвонили 02, и наряд неведомственной охраны, врачи и спасатели сняли несостоявшегося самоубийцу с крыши. А потом выяснили, на такой шаг мужчина пошел из-за безответной любви. На выходных во дворе многоквартирного дома на Орбитальной многие автовладельцы остались без колес. Шины порезали, как предполагают водители, охранники соседней платной стоянки. Проводится проверка по сообщению, поступившему вчера в полицию, о том, что повреждены колеса на 8 автомобилях на улице Орбитальной, 22. Местный житель Виктор Шляхта оказался в эпицентре скандала. Он и есть один из охранников стоянки, которых обвиняют в таком радикальном привлечении клиентов. Мы вас ночью тут повесим, тебя на столбе повесим, эту хату вашу спалим, это все разровняем. Вину свою охранник отрицает, поговорить с пострадавшими не удалось, но, по словам местных жителей, их значительно больше, чем заявлений в полицию. Воскресным вечером ростовские соцсети взорвала новость о том, что в приложении для видеотрансляции в прямом эфире показали операцию. На фото попавших в интернет селфи девушки в белом халате, операционная, врачи, пациент. Крупным планом хирургические инструменты. Большинство посмотревших уверены, что снимали без разрешения больного. А есть вообще что-то, чего нельзя показывать по телевизору? Что по этому поводу думает Ростов-на-Дону? Я бы не показывала эти полицейские хроники. Убийство, воровство. Мертвые тела, операции. Думаю, в таком роде лучше не показывать, потому что психочеловек может нарушиться, да? Или могут увидеть дети. Это трудно сказать, потому что всем все интересно всегда. Пошлость показывать нельзя, про наркотики. Сцены насилия, жестокости, я считаю, нельзя показывать. Любви, счастья, радости. Такого позитивного побольше. Под Таганрогом найдены обломки сбитого самолета времен Великой Отечественной. Легендарный советский бомбардировщик Пе-2 обнаружили поисковики объединения «Мюсфронт».
По их данным, рядом с этим местом находился немецкий аэродром. Наш самолет, скорее всего, был сбит во время выполнения боевого задания. До позиции Красной армии он не долетел всего километр. Здесь же найдены останки членов экипажа. Они, по версии поисковиков, до последнего пытались дотянуть бомбардировщик к своим. Теперь предстоит определить фамилии летчиков по номерам на двигателе самолета и месту падения. Далее другие сообщения с мест. В Новочеркасске вплотную занялись профилактикой вирусных заболеваний. Парты, стены, перила в школах обрабатывают специальными дезинфицирующими средствами. Это полностью генеральная уборка школы, добавок проветривания ежедневно по несколько раз. Мы это проветриваем и в учебный процесс. Потому что у нас очень тепло, даже жарко. Детские сады в городе частично закрыты, работают дежурные группы. Воспитатели проводят тематические беседы с детьми и родителями. Это в первую очередь строгое соблюдение санэпидрежима. Это утренний фильтр. Всем детям мы измеряем температуру. Ежедневную дезинфекцию проводят и в казачьем драматическом театре. Общественный транспорт тщательно обрабатывается, а водители проходят медосмотр перед рейсом и после. Фотолетопись белокалитвинского казачества можно увидеть в фойе ДК имени Чкалова. На стендах более сотни фотографий. Казаки и кадеты поют, тренируются с шашкой и идут в поход. Фотография – это искусство, которое, я думаю, на современном этапе жизни человечества благословлено Богом для того, чтобы мы могли выразить через него свои чувство, видение этого мира и видение человека. Автор выставки «Минута, оставленная на века» – настоятель храма Святой Троицы, духовный наставник казаков узбелокалитвинского юрта, отец Александр. Впервые в Новошахтинске провели городской фестиваль «Музыка и театр на иностранном языке». Поучаствовали в нем 8 школ. Желающих было так много, что пришлось ограничивать составы команд. Чтобы детям было не просто вот сузить коридор в рамках школьной программы изучать иностранный язык, а, конечно же, чтобы раздвинуть, показать горизонт изучения иностранного языка. Интерес к языку действительно повышается после таких мероприятий. Участники конкурса ставили театрализованные сценировки и литературно-музыкальные композиции. В Ростове планируется строительство единственной в области игровой площадки для детей-инвалидов. Специализированные качели, роллер-массажер и карусель-вертушка появятся в парке 1 мая. С границы данного участка, вот от этой дорожки до вот той дорожки. То есть, соответственно, вот эта вся площадка, на ней будут находиться и элементы, и лавочки, и детское радио. О том, кто может помочь семьям, в которых растет особенный ребенок, смотрите в программу «Жили-были на Дону». Сегодня в 20.45 и в 23.45. Шахтинский филиал ДГТУ победил в конкурсе «Битва универов». И в награду за это к студентам приедет Димон из сериала «Физрук», который, кстати, по фильму «Батайчанин». Далее пресса на Дону. Шахтеры поздравляют с днем рождения родной город Новошахтинск. 31 января ему 2 семерки, 77 лет. Свое поздравление газета разместила на нескольких полосах. Новошахтинцы рассказали, за что они любят свой город и каким бы хотели его видеть. И выходит, что любят родину просто за то, что она есть, за то, что здесь родились и выросли. А что город маленький, так от того любовь больше. Ростовскому кардиохирургу в день рождения коллеги подарили торт в виде человеческого сердца. Точную сладкую копию приглашает присоединиться к поздравлениям газета «Молот». Как рассказала журналистам кондитер, автор подарка, этот хирург ежедневно проводит операции на сердце, так что нужно было добиться полного сходства с оригиналом. Пришлось даже читать специальную литературу по кардиологии. Внутри кондитерского сердца вместо аорты предсердие желудочков, шоколадный бисквит, сырный крем, вишня и грецкие орехи. В отделении кардиологии торт имел успех, но резать его на работе именинник не стал. Забрал домой показать детям. «Ай да парни, молодцы!» – так назвала свой фотоконкурс ко Дню защитника Отечества газета «Семикаракорские вести». И предложила читателям присылать снимки своих сыновей. Участвовать в конкурсе приглашают будущих защитников, которые хотят быть похожими на летчиков, моряков, танкистов, пограничников и с удовольствием примеряют военную форму. Фотографии принимают до 15 февраля.
Спорт на Дону. Одна из слабейших команд страны дала бой чемпиону. Правда, хватило дерзких гостей из Ставрополя только на полматча. Второй тайм гандболистки Ростов-Дона выиграли 26-5, а начиналось все со скрипом. Ставропольский клуб, хоть и занимает последнее 10-е место в регулярке, откровенно проходным соперником не стал. Со старта гости уперлись, открыли счет, а к 5-й минуте вышли вперед 4-1. Ростовчанкам, начавшим матч не самым сильным составом, приходится ввязываться в серьезную борьбу. Набирает обороты ударный тандем Шимкута и Ильина. Виктория Борщенко красиво убегает. Почти весь первый тайм игра идет на равных. И только выход основы Слунды в воротах чуть выводит нас вперед. К перерыву всего лишь 17-15 в пользу хозяек. Мы ставили определенные свои задачи в этой игре. Мы понимали, с какой командой мы играем. Ну, я считаю, что в первом тайме, конечно, мы достойно выступили. Многое сумели показать. Ну а во второй половине встречи все сразу стало на свои места. Оборона, наконец, стала непробиваемой, а атаки – молниеносными. И к 42-й минуте отрыв достигает 10 мячей с явной перспективой роста. Какой-то, может, не настрой был в первом тайме, как-то мы, не знаю, может, чуть не доконцентрировались на 100%, не делали все, не выполнили все эти задачи, может, что стало перед нами Ян, какие-то тактические моменты, но во втором тайме мы показали все, на что мы способны. Теперь в гостевые ворота залетают мячи на любой вкус и цвет, а в наши за полчаса всего 5. В итоге уверенная победа Ростов-Дона 43-20. Следующий матч у ростовчанок 6 февраля. В Лиге чемпионов подопечные Яна Лесли примут немецкий Тюрингер. Роман Саганов, Сергей Вишняков, на Дону. Завтра мамы донской столицы смогут задать свои вопросы о гриппе экспертам лично. Дискуссия на тему H1N1, карантин, слухи и что думают специалисты пройдет в пресс-центре Дон Медиа. В студии была Лидия Романченко. До встречи на Дону. Одежда ведущим предоставлена магазином «Манго».